Всем доброе утро. Времени без 5:08. Я уже потихонечку начала здесь. Ставила жарить филе на цезарь. Яйца отвариваю. О, опять надеваю свою шапочку. Доброе утро, девочки. Пью кофе. Все, сегодня у меня последнее застолье. И на выходные. На трудовые выходные. Так хорошо промариновалась курочка за ночь. И мне нужно, чтобы она полежала прям подольше, чтобы она просолела, прочесночила, чтобы она вот эти все ароматы прованских трав себе взяла, чтобы она была не пустая в вашем салате. Это очень важно. Так, что у меня по плану? Я буду потихонечку выполнять список. Это потру крабовые палочки. Что там у меня еще? Картошка по-деревенски. Овощи, гриль, как обычно. Сейчас опять скажут, что опять одно и то же. Я не виновата, что мне заказывают одно и то же. Так, шпинатные маффины у меня сделаны. Трубочки у меня накручены, будем их выпекать. Эти самые хачапурки у меня сделаны, будем выпекать. Выпечка должна быть всегда сегодняшняя, никакой вчерашней быть не может. Так, пьем кофе, пьем воду. Тут я подготавливаю сыр с чесноком. Это для трубочек. Так, куриный шашлычок у меня сделан. Доброе утро, Диана. Куриный шашлычок у меня сделан. Будем его запекать. Сейчас у меня пока трубочки и хачапурки приходят в состояние температуры помещения. То есть слоеное тесто после охлаждения должно вдохнуть полной грудью. Потом будем уже выпекать, когда оно будет совсем теплым, мягким. Чтобы оно раскрылось. Просто если положить в духовку холодное тесто, оно не поднимется. Подскажите, как найти эфир? Я не понимаю вашего вопроса. Здравствуйте, как вы готовите овощи на гриле? Оставайтесь, посмотрите, как я готовлю. У меня овощи получаются вкусные. Обязательно я их просаливаю нашей душевной солью и жарю их на зеленом масле на гриле. И овощи приобретают вкус. Овощи же сами по себе, они безвкусные, вот такие как кабачки, баклажаны, картофель, они же безвкусные абсолютно. Нужно добавить им вкус, тогда будет вкусно. Ой, я еще не проснулась. Давайте-ка мы с вами попьем и кофе, и воду. А по поводу того вопроса, как найти эфир, вы уже в эфире, вы его уже нашли. Так, яйца варятся. Значит, сегодня у меня еще рыба в кляре. Вы сейчас в эфире. Я чисто случайно вас нашла. Я сейчас в эфире, да. Как это безвкусно. Какой кабачок имеет вкус, Дев? Вот вы взяли сырой кабачок. Вот когда я иду в кафе, к примеру, сколько раз уже я на этом натыкалась. Я, к примеру, заказываю, сейчас перестала заказывать овощи, говорить, потому что они невкусные. Их просто жарят на гриле, и они безвкусные. Нужно их добавить яркости, у нас же вкусовые вот эти все рецепторы от нашей душевной соли, от нашего зеленого масла. Сейчас опять начну пропаганду душевной соли и душевного масла. Так, готовлю сейчас заказ, девчонки, заказ. У меня будет салат цезарь, у меня будут овощи гриль, у меня будут картофель по-деревенски, у меня будет рыба в кляре, маффины шпинатные я уже сделала. Будем выпекать хачапурки, будем выпекать
трубочки из сливочного теста, и будем начинять их с сыром, чесноком. Еще будут у меня рулетики из огурца с крабовым салатом. Вот этот вот багаж у меня будет. Так, что? Так, масло. Может, сейчас сразу рыбу пожарим в пляне? Да уберу в сторону сковородку, чтобы она не мешалась мне. Так, набрала я воды. Так, ну что будем делать, пляр? Так, девочки, эфир вот только 5 минут. Эфир 5 минут. Израсходую яйца, желтки. Израсходую желтки, которые остались от меренги. Но обязательно к ним нужно добавить яйцо, чтобы был белок. Потому что желток, он не имеет такой силы. Делаю кляр обыкновенным. Все меня игнорят, как всегда. Только что я увидела чье-то сообщение. Привет с Украины, Аночка, доброе утро. Девочки, доброе утро, доброе. Всем доброго, хорошего дня. Доброе утро, девочки, доброе утро. Мальчики, девочки, всем доброе утро. Так, молоко я лила? Лила. Так, что положим? Майонез. Это у меня майонез. Так, что тут у меня? Можно майонез, можно сметану. Кляр идет, вот я делаю на ваших глазах. Все делаю на ваших глазах. Так, девчонки, давайте знакомиться. Вижу новенькие, вижу вопросы. Что вы для себя готовите? Поступает вопрос, если вы готовите для себя, значит, вы новенькие. Давайте будем знакомиться. Меня зовут Инна. Я живу в город Киров, 43-й регион. Это Кировская область. Готовлю я на заказ. Банкеты, фуршеты, просто праздничные столы. Бывает, готовлю в дополнение. Люди жарят шашлыки, готовят плова. И пока они этим занимаются, я готовлю какие-то закусончики, чтобы у них что-то было на столе. Для себя я готовлю, но не столько, сколько вот в прямых эфирах. У нас дома, так сказать, ничем не вас не удивить, что я готовлю дома. Нет, бывают у меня такие, когда свободные моменты бывают. Бывают, делаем интересные блюда. Блюдо, может быть, оно и неинтересное, обычное. Интересное оформление, приготовление. А времени остается все меньше и меньше вот для такого вот, как сказать, для таких вариаций, чтобы дома готовить. Вот я сейчас выхожу на выходные. Что-то я многовато кляра сделала. Загляните на мою страничку в ТикТок. Там все видно, что я делаю. О чем моя страничка? Там все наглядно видно. Так, пока пусть кляр еще даст свою клейковину, пока еще не надо. Вот сейчас постоит. Все. Добавлю еще немножечко паприки для цвета, чтобы понаряднее был цвет во время жарки. Бывает, бледноват получается. Вот,
Так, доброе утро вам за ваши эфиры. У меня скоро дыры, я беру на заметку, чтобы заготовить. Берите, берите. Я Ирина. Кабачки как готовить? Так, девчонки, Ирина, давайте вот я все постепенно. Вскоре буду делать овощи гриль. Будет у меня кабачок, будет у меня перец, вот кляр. Так, на моей страничке я не ем на камеру, я на камеру лежу. Так что, это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное все правда. Кляр должен быть вкусным, все должно быть вкусным, все надо, каждое блюдо нужно доводить до вкуса. Так, в моей группе, значит, мы еще пьем, девочки новенькие, у нас группа пьющая, мы все пьем воду. Пока прямой эфир, мы насыщаем свой, наполняем свой организм водой. В Кировской области, где именно живете? Так, в Кировской области я живу, в Кирове, город Киров, район Порошино. В районе Порошино. Так, ну что, значит, сейчас буду жарить жарить рыбу в кляре. Вот взяла рыбу, знаете, вот нарезанную вот эти вот в магните, вот напилена. Ну, а как я буду ее жарить? Как же я буду ее жарить? Ну вот буду каким-то отделять кусочки какие-то и буду как-то буду жарить. Вот такими небольшими буду. Лучше брать, конечно, филе. Очень давно мне рыбу не заказывали. В основном заказывают кальмары в кляре. Одно и то же. Рыбу давно не заказывали. Вот немножко тут я лоханулась, так что берем филе. Потому что получаются такие неровные. Ну, мы справимся, но... Ну вот, в принципе, я сейчас отламываю. Так, значит, рыбу в кляре пожарю. Уберу. Так, салфетки. У меня бумажные полотенца закончились. Придется... Сейчас подготовлю себе. Надо заехать в фикс-прайс. Пью правила кофе в данный момент, все. Заеду в фикс прайс, надо купить мне этой самой полотенце бумажное. Там самая выгодная цена, как на бумагу, так и на полотенце на бумажное. Так, курица. Курица, наверное, сейчас у меня уже до готовности дойдет. Я уже убираю крышку. Так, масло включаю, яйца уже сварились. Так, девочки, вижу новых подписчиков. Скоро будем снова знакомиться. Кто любит готовить, просто останьтесь пока со мной. Посмотрите, если у вас есть время. Останьтесь, быть может, что-то новенькое для себя получите. А познакомимся чуть позже. Пока можете зайти на мою страничку, полистать мой ТикТок, полистать мой Инстаграм, чтобы что-то иметь, какое-то представление обо мне. Все, в принципе, я ее разломала. Но мне не нравится. Лучше все-таки брать филе. Да. Филе брать. Так, жарю вот там далеко. Получится. Рыба у меня обычная, минтай. Купила просто напиленная рыба в упаковке вакуумной. В этом магните. У меня тут магазинов не особо много в моем районе. Ладно, я на тот концерт. Так, здравствуйте, Иночка. Доброе утро. Что готовим? Сейчас буду делать рыбу в кляре, потом будем делать... Так, в принципе, включаю духовку, что мне ждать? Буду выпекать хачапурки, включаю духовку. Пусть она уже будет включена. Только что вроде сбежала, опять туда бросила. Трубочки будем делать с сыром, чесноком, огурцы с крабовым салатом.
будем делать, овощи гриль будем делать, картошку по-деревенски будем делать. В общем, я ухожу от вас далеко, комментарии буду не видеть. Пока новенький, зайдите на мою страничку в ТикТок, познакомьтесь с моей страничкой, зайдите на мою страничку в Инстаграм. В Инстаграме я 6 лет, в ТикТоке я скоро год. В августе будет год. Вот страничка Инстаграма, здесь вот зайдите в шапку профиля. Моя страничка по готовке. Именно, знаете, даже больше по сервировке, наверное, так скажем, по выкладке продукции. Потому что, в принципе, блюда у меня не заморские, никакие не заморские. Блюда у меня обычная, просто нарядная подача. К вам за крутую группу, как все доходчиво, интересно, люблю ваши прямые эфиры. Спасибо большое за обратную связь, для меня это очень важно. У меня запара, готовлю, обед собираю внука на английский, вас хочу смотреть. Ну, смотрите, потом я же могу на YouTube, есть у меня загружается прямая трансляция в дальнейшем. Вот одна паза вчерашняя, не могу загрузить и все. Ну, вот не идет загруз и все. Видимо, длинная. Я вот так выкладываю в YouTube. Кляр не стекал. С рыбы надо. Рыбу сначала, муку. Спасибо. Спасибо. Так-то кляр не будет стекать. Но насчет муки согласна. Смотрите. Давайте попробуем. Руки испачкали. Смотрите. Рыба в кляре. Видите? Она ведь хорошо ведь себя ведет. Он не стекает, но мукой все-таки я обмакну. Я с вами согласна. Я и кальмары жарю, их, муки их не обваливаю. Так, кстати, рыбку я еще забыла подсолить. Рыба-то у меня бессолая. Не подсказали мне. Да, рыбку-то надо подсолить. Готовила хачапури, мои оценили очень вкусно. Ну и здорово. А насколько легко, да? Согласитесь, насколько легко приготовить вот такую ленивую хачапурку. Не усложняя себе жизнь. Товарищи, доброе утро. Свои пошли. Так, все, подсолила. Духовка включена. Поехали. Масло уже разогрелось. Курицу выключаю. Жарила рыбу, обмакиваю в манке. Очень вкусно. Манку не буду обмакивать. Ну, это по-домашнему. Манка, по большому счету, это не панировка. Это не панировка. Дома мы делаем вообще все, что хотим. Как хотим. Девчонки, все, ухожу на задний план. Комментариев не вижу. Почему ухожу? Потому что здесь самая горячая температура. Так. Если я кальмары смешиваю прямо вот здесь, то рыбу я смешать не могу, тем более такую. Придется вот сейчас заниматься фигней вот этой вот, брать по одному кусочку. Иначе она здесь распадется вся. Ну, рыбы немного, я быстро сделаю ее. Так, девчонки, значит, давайте еще раз. Кто не успел посмотреть прямой эфир, я выкладываю в YouTube. Но сразу говорю, бывают проблемы с интернетом, не могу загрузить. Не все видео грузится. Видимо, насколько оно будет большое. Кратковременные эфиры грузятся хорошо, а длинные плохо грузятся. Не могла я загрузить позавчерашний эфир, или какой-то, не знаю, тут на днях. Не могла загрузить, так что... Вот немножко кляр постоял, дал свою клейковину. Вот тут уже надо переворачивать. Уже вот эти надо переворачивать, чтобы они не сгорели. В общем, я вот так сейчас сделаю. Что-то я с той фигней занимаюсь какой-то. О! Погнали! Кстати, паприка делает свое дело, цвет получается интересный.
общем, вот эти все дни, у меня все эти дни будут в заготовках, в подготовках, в подготовке на свадьбу. Интересно, прожаривается рыба, не прожаривается? Даже я же уменьшила огонь, чтобы рыба поджарилась. Что-то как-то ярко. Вот так быстрее. Оп. Накидала туда. Так, девочки, девочки, доброе утро все, кого еще не видела, доброе утро. Готовлю сегодня последний мой заказ и на рабочие выходные, на выходные от банкетов, на выходные для заготовок. Так и не поняла, как фляр готовить, но все делала на ваших глазах, все смешивала, так сказать. Как у нас раньше говорили, когда я работала в общепите, все на витрине. Сразу есть и тут, и вот, все на витрине, я до сих пор так говорю. Прошло столько лет, я до сих пор говорю, все на витрине. Доброе утро. Сейчас покажу красоту, какая получилась. Доброе утро. Что это? Это рыба в кляре. У меня сегодня рыба в кляре. Очень давно не заказывали. Очень. Я всегда говорю, я готовлю то, что просит мой заказчик. Я всегда готова сделать что-то новое. Я хочу что-то новое сделать. А заказывают одно и то же. Я же гораздо на эксперименты. Очень хочу. Ну что, последняя партия. Немножко не вмещается. Вот еще. Все. Вот не могу оттуда отойти, чтобы почитать, что пишете, не могу просто.
кто старенький, кто со мной, они понимают. Новенькие, наверное, не понимают, что черный стоит там, копошится, ничего не отвечают. Для новеньких не могу, вот нужно дожарить, чтобы ничего не сгорело. И тогда подойду и поотвечаю на ваши вопросы, если они есть. Всем доброе утро, всем доброе утро. Давайте выпьем с вами воды. Для новеньких, еще раз говорю, у нас группа пьющая. Мы все тут подсажены на зеленом масле и на душевной соли и на воде. Так что у нас своя команда. Как сделать кляр? Дюньки, вот сейчас сделаю. Вылила остатки желтков, которые остались у меня от меренги. К ним обязательно нужно добавить яйцо, потому что желток, он свою функцию не сделает, какую надо. Мне должен быть белок. Добавила 2 яйца целых, молока грамм 70, майонеза грамм, ну, ложки 2 столовых, и мука. Смотрите, замешивайте, смотрите по консистенции. Нужно дать соль, обязательно соль. Постоять вот этой вот мухе, кляру, чтобы клейковина, чтобы мука заработала. Все. И кляр должен быть вязкий. Он должен очень вяло стекать с вашего продукта. Все, ваш кляр готов. Ох, яйца-то вылила, все желтки надо было оставить, желтки на смазывание. Забыла? Совсем забыла. Ладно. Ничего страшного. Не забываем про крупный шрифт. Так, кто у нас тут? Пора Светлану добавлять к модераторам. Очень ответственная Светлана. Так, рыба у меня обычная, не так. Обычная наша СССРовская рыба. Добавила еще, напоминаю, что я добавила что? Куркуму. Паприку. Добавила паприку, чтобы колор был поярче. Паприка сделала свое дело, представляете? Меня устраивает цвет. Все, уношу это на задний план, чтобы здесь мне не мешалось. Так, это тоже я уношу, чтобы мне здесь тоже не мешалось, мое место не занимало. Уберу, на улицу уберу. Так, ну что, попьем водички? Эх, не успела кусочек стырить. Что, трубочки будем выпекать? Паприку куда? Паприку в кляр. Куркуму. Но вот паприка мне больше понравилась. Так, ну что, духовка у меня горячая. Трубочки. Я вчера накрутила трубочки. В прямом эфире прям накручивала. На днях буду печь, там, девчонки, масло, там дно горелое у сковородки. На днях буду печь три рога изобилия буду печь. Я жарю на самой старой сковородке. Новая, которая вот новая с покрытием, я даже их не трогаю. Дно уже все прогорелое. Потому что мне жалко новые сковородки, жалко расходовать для фритюра. Во фритюрнице зажарить не могу, потому что рыбий запах, он в масло впитывается никуда. Это масло на выброс идет. Как и так же после кальмаров, оно же пахучее получается. Так, трубочки из какого теста? Трубочки дрожжевое. Фу, что я говорю-то, господи. Бездрожжевое слоеное тесто. Вчера отмывала коврики силиконовые. Прямо, знаете, я этим
азелитом отмывала. Думала, отмоются, нифига не отмываются. Они такими же остаются темными. Ничего не отмываются. Они, видимо, уже прогорели у меня. Так, Наташка в работу вошла. Наташ, что хоть с работой? Хоть с работой? Нашла работу, не нашла, или пока отдыхаешь? Так, это чистый кунжут. У меня тоже такие же коврики не отмывают, но чистые. Ну вот, не отмывают, да. Так, это будут трубочки с сыром, с чесноком. Все, пошла я их уносить в духовку. Можно, в принципе, пока поделать овощи, гриль. Что сегодня за праздник? У меня никакого праздника, у меня работа. Праздник. Праздник у людей. Что здесь были? А, здесь были трубочки. Трубочки были. Угу. Праздник у людей, у меня праздника нет. Так, овощи, гриль. Кто спрашивал про овощи, гриль? Сейчас будем их делать. Опять наши кабачки. Формочки еще новые. Спасибо, сегодня сделаю тоже детям формочки. Кто спрашивал про кабачки, как я делаю кабачки? Овощи, вернее. У нас сегодня такая погода хорошая. Трубочки приехали. Кляр жарили. Так, жарили не кляр, а рыбу в кляре. Сегодня мужу отправлю за огурцами. У меня есть одна тетенька хорошая, которая делает великолепные огурцы. Огурцы правда великолепные. Я покупаю, представляете, 200 рублей 3-литровая банка. Это даром, это даром. И я рада, что у меня есть такая тетя. Потому что это, знаете, в жару опять стоит. Вот у меня хватает своей работы. Сейчас многие консервируют, там, показывают свои рецепты. Мне вот эти рецепты нафиг не нужны. Я занимаюсь своим делом, а вот эта тетя занимается своим делом, что у нее очень хорошо получается. Огурцы просто великолепные. Так вот, сегодня привезем 25 банок огурцов, потому что у нас же зимой постоянно гости. У нас же зимой постоянно гости, которые съедают эти. Буду смотреть, как пользоваться. В общем, вот, в общем, огурцы и помидоры я не консервирую. Компоты варю сама. С огурцами, помидорами нет. Так, что вот у меня гнилое место какое-то. Какое-то тут у меня гнилое место. Ставлю под картошку. Так, ну что, наша вкусная соль. Скоро будет гриль и планетарный миксер. Планетарный миксер — это хорошо. Я пока еще до него не доросла, до этого миксера, он дорогой. Ну, я, знаете, так думаю, в принципе. В принципе, я и с этим справляюсь. Что он стоит, наверное, 30-ку, да, планетарный миксер. Пока, наверное, он мне и нет такой необходимости, что прям мне это... Слушай, таймер ты не поставил, ворона. Болтаю, и таймер не поставил. Вот опять у меня начинается по утрам. Наташка кофе пьет. Я уже кофе выпила в чашку. Сейчас пью, перешла на воду. Вот, Дев, вот так я делаю. Вот так я делаю овощи, гриль. Также делаю картофель. Овощи должны быть вкусными. Есть за 5,5. Не для себя, конечно.
Ну вот смотрите, вот у меня миксер, я тоже покупала где-то его в районе 6 рублей. Миксер, но он не планетарный. Он обычный миксер, который мне не хватает скорости. Вот у меня не получились пирожные Павлова, потому что мне не хватает... вот это пики не взбиваются, не хватает мощи. Что у вас в соль? Такая желтая. Соль у меня, в соли у меня куркума, паприка, это самое, кориандр, чеснок, много чеснока, укроп, петрушка. Вот, все, овощи готовы. Они вкусные. Вот они уже, я же на камеру не ем, я же на камеру лежу. То есть взяли, попробовали. Чувствуете, что вкусно? Или мало? Если мало, добавляйте еще соль. Нашу ароматную соль. На дне делала зеленое масло. Добавила один раз томат. Как заправка к листьям, было очень вкусно. Томат я не добавляла еще. Я хочу попробовать со стрелами чеснока сделать. Делать зеленым луком тоже неплохо. Вот есть какая зелень под рукой, ту и пробивайте. Овощи поставлю, пусть они сами жарятся. Неудобно вилкой, нафиг. Руками быстрее. Вас не затруднит, можно ли крупным планом показать ваш гриль на камеру? Гриль обычный. Так, сейчас камеру переключу. Гриль обычный, гриль Максмел. Среднее звено, то есть он недорогой, покупали его за 4 с чем-то. Вот такой гриль. Просмотрели? 3 часа, ничего себе, дальний восток. 3 часа. Так, девочки, еще пьем воду. Вот, хорошо выходить по утрам. Опять заблочит. На самом деле нельзя. Но там фирмы не было, там же не было фирмы. Так, ладно, что у меня сейчас по плану? Сейчас принесу журнал. Я посолила уже перед гриллом, дали сок, не пожарились, а вы солите до или после. Я посолила только что. Если у вас овощи постоят, конечно, они дадут воду. Выливайте эту воду, конечно. Я посолила и тут же начала жарить. Так, сейчас посмотрю. Взяла себе журнал. Так, картофель по-деревенски, Инночка, горячим, привет, Нижнего Новгорода, доброе утро. Так, девчонки, картофель по-деревенски, овощи гриль, шпинатные маффины у меня есть, куриный шашлычок будем жарить, рыба в кляре есть, сыр с чесноком сейчас будем делать, хачапури, сегодня легко отделаемся, быстро отделаемся. Так, что пока будем делать? Так, пока буду тереть крабовые палочки. Уважаем Инночку и ее глазки. Спасибо, Наташ. Уважаем. Доброе утро всем.
Значит, моя готовность сегодня должна полдвенадцатого уже быть полной готовности. Я вас очень люблю, смотрите, обязательно очень много интересных идей. Спасибо большое, спасибо. Знаете, вот вы пишете много идей, да, а кто-то пишет, заходит и пишет, опять одно и то же. Я говорю, да, да, одно и то же. Я даже спорить не буду, потому что есть действительно, которые одно и то же. Я собственно, не спорю. Так, девчонки, буду опять знакомиться. Опять вижу новенькие, интересные каналы, главное, понятливые. Спасибо, Дев, спасибо за обратную связь. Для меня, правда, это важно. Так, кто пишет, вы готовите для себя на заказ, вижу опять новенькие. Так, подружка у меня звонит. Подружку можно отклонить. Это как та самая подлюга. Та самая подлюга. Так, куда мне сесть? Куда? Сейчас, секунду, сориентируюсь с мыслями. У меня же еще овощи. У меня же еще овощи, я смогу их доставать. Сейчас, через минутку. Так, девочки, кто новенький? Я готовлю на заказ. Для себя я столько не готовлю. Загляните на мою страничку. Увидите мои столы. Так вот, начала еще, знаете, говорить о том, что у меня 23-го будет страшный день. Для вас-то нет, а для меня страшный. 50 человек. Буду делать три рога изобилия. Роги изобилия буду печь накануне. Я сразу предупредила, что рог изобилия, он не может быть свежеиспеченный, потому что я не справлюсь. Если было бы у меня, как знаете, в общественном питании куча духовок, духовых шкафов, тогда бы да. А духовка у меня одна, поэтому роги изобилия. Но они все чисто несут эстетику. Все, больше ничего. Так что будем крутить, будем выпекать, будем убирать пакеты. Так, ага. Трубочки у меня жарятся. Так, рог изобилия – это подача. Это красивая подача. Значит, будет свадьба, 15 лет свадьбы, будет 50 человек. Стол будет 10-метровый стол. И вот на этом столе раз, два, три, будет три рога изобилия. В общем, я буду сервировать не здесь, как обычно делаю перед вами. Я сажу все на мои вот эти вот железные подносы, вот этими тазами увезу и на месте уже там буду сервировать. Я посмотрю, что там за столы, 10-метровая, буква Т, то есть тут молодожены, а там гости, 10 метров. Как все это, я не представляю. Мне кажется, я потом слягу. Вот, так вот, рог изобилия, я просто буду его украшать, он будет стоять, а я буду наполнять его всякими вот этими яствами, всякие пирожки будут, хачапурки будут, шпинатные, в общем, всякая вот эта фигня. Светка будет помогать. Я вчера звоню и говорю, Сереж, ты отдашь мне Светку 23-го? А вот отдам. Я говорю, только нужно мне не после обеда, они спят до обеда. Они ночью работают, днем спят. Я говорю, мне Светка нужна прям с утра. В общем, Светка вкусит со мной, что такое кулинария и как это, как сказать, не с легких моментов начнет, а со сложных моментов. Справитесь? Ну, должна справиться. Тем более с помощью Светки. Светки. Мне нужно еще попросить ее, чтобы она мне брови выщипала. Светка, чтоб не просто так. Все, трубочки готовы.
освобожу поднос, чтобы сразу хачапурки выпекать, чтобы духовка не простаивала. И наша поддержка, да. Но дед, я там, скорее всего, 23-го с вами разговаривать не буду. Я не буду с вами разговаривать 23-го. Я потом, может быть, поговорю, когда почувствую слабинку, что я уже... Вот очень жаль, что две штуки у меня не выходят на поднос. Знаете, как-то крутая. Да не крутая я. Я просто быстрая. Я же резкая, как понос. Так, хачапурку тоже я ее посыплю. Я ее посыплю. Тоже посыплю. Пусть будет красивая. Сейчас я проверю перец. Вот у меня 23-го, смотрите, только на выпекание у меня духовка будет работать, я даже не знаю, сколько. У меня духовка только так будет вот работать, работать, я буду, вот даже две хачапурки на один поднос не входят. Это же ужас. Представляете, насколько мне время оттянет вот это. По две было бы быстрее. А тут я буду жарить, жарить. В общем, это будет у меня Светка. О, Светка будет у меня пекарем. Светка будет у меня пекарем. Я выключила из сети, чтобы он не горел, чтобы он сейчас он там дойдет. Чем посыпала хачапури? Посыпала подаренным кунжутом. Мне, мои дорогие, мои любимые подписчики, выслали черный кунжут, подарили мне, а я его дарю другим людям. Вчера смотрела ваше видео в Инстаграм, увидела там мальчиков. Это ваши сыновья? Да. Один родной по крови, а вторые приемные. Только не пугайтесь, они временно приемные, неофициально, нет, они просто к нам приходят и проводят часто время у нас. У меня два родных, моих любимых сына. Это у меня Сережка, старший сын, 29 лет ему, 29 лет, в декабре будет 30 лет будет. И младший, 11 лет, мое чучело, мое любимое чучело. Вам не надоело? Мне нет, а вам? Так, все, потерла я крабовые палочки. Потерла так, что все перчатки истерла. Так, поменяю до дыр. Так, у нас будут огурцы. Огурцы дают стечь. И огурцы, блин, нет, как его, полотенец бумажных, только вот эти салфетки, которые не промокающие. Они не так хорошо впитывают. Так, сейчас рука подсохнет у меня, пока попьем воды. Доброе утро, девочки. Так, для новичков, кто спрашивает, не надоело ли мне, отвечаю. Девчонки, мне нравится своя работа. Мне нравится своя работа. Я тружусь от души, то есть мне это не в тягость, и мне это не надоедает. Да, я бывает устаю как собака. 23-го я просто буду лежать. Я обязательно куплю себе, наверное, коньячка. И, знаете, просто лягу. Вот просто лягу после 23-го, я должна лежать с коньяком и с чисто выщипанными бровями. Все, я придумала, когда я ее, Светку, завалю. Я Светку завалю в машине. На обратном пути я возьму с собой щипцы. Когда мы накроем свадьбу, я лягу к ней на сиденье, скажу, щипли нафиг. Чтобы она мне все мои усы, все мои брови, чтобы все мне выщипало. Все, я придумала, потому что здесь будет заниматься этим некогда. Все. И она никуда не денется. Она мне выщипает брови. Он молодец.
поздние дети самые любимые. У меня разница между 20 лет. У меня 18 лет разница. У меня 18 лет разница. Так вот, самые любимые дети, как бы не залюбить. Я ведь чувствую эту грань. Чувствую грань, что этой мелкой собаке-то больше любви достается, чем старшему. И прям боюсь, понимаете, прям боюсь за себя. Боюсь, чтобы не залюбить, потому что должен быть и кнут, и должен быть и отказ, чтобы дети не вырастали моральными уродами. Рука прям не сохнет. Малому 7 лет, старшему 31. Так, шпинат и рулет сегодня не будет. У меня сделаны маффины. Маффины шпинатные. Понравилось делать. Буду делать так. Буду чередовать. А то у меня шпинатный рулет, шпинатный рулет, шпинатный рулет. Да что такое-то, господи. Все шпинатный рулет. Буду чередовать с маффинами. Муж у меня вчера начистил чеснока. Я говорю, Лев, я не поняла, почему у меня нет начищенного чеснока в доме, в этом доме большом. Мне скоро рожать, разница между детьми 25 лет. Обалдеть! 25 лет! Благополучных вам родов и, знаете, сил. Вот смотрите, вот сейчас хочу сказать, если бы я не родила второго ребенка, я бы не знаю, как пошла бы моя жизнь. Это черт мелкий, не черт, вот чучундра. Чучундра это, он меня бодрит, понимаете? И я сама себя чувствую моложе. Я знаю, что я должна растить сына. Мне некогда сидеть, я должна его растить, я должна его видеть, как он растет, как он говорит, как он меняется в лице, в телосложении. Мне интересно за этим смотреть. А так, кого бы я растила бы, я бы с ума сошла. Старшая как будто оторвана, ломоть, я тоже себя за это ненавижу, даже порой. Ну, не говорите таких слов, что я себя ненавижу. Что вы такое говорите? Мы старшего сына бросили в 21 год. Бросили. Мы оставили его в квартире и уехали. И уехали сюда жить, в дом. А его оставили ему трехкомнатную квартиру. Нет, в принципе, ему там кайфово, нужно жить на расстоянии. Так, беру маленькую ложку. Ну, внимания было меньше, конечно же. Доброе утро, я зритель, Люда. Доброе утро. Я родила в 40 лет. 40 лет родила, и пусть у меня бывают проблемы. Ну, как проблема? Проблемы у ребенка там всякие, и школа, и всякая фигня, как бы, бывает, и голову пробивали, знаете, и ноги там, все по травмам, все ездили. То есть, это, конечно, нервотрепка такая, но что бы без него делать? О, Господи. Я бы уже упала. Я энергичная, я не падаю. Вот мне бы 23-го бы не упасть. Вот это да. Так, ну что? Я на камеру не ем, я на камеру лежу. Все, отлично. Вкусная соль делает свое черное дело. И аромат чесночка делает свое дело. Сейчас будем огурцы крутить. Вкусно. Так, у меня там перец. Так, хачапури жарится. Трубочки уже остыли, скорее всего. Ну, сейчас сначала огурцы накручу, чтобы они пока вытекали. Остатки дожариваются. Тоже люблю готовить и умею, но боюсь начинать. Вы знаете, если подумал, что проиграл, значит уже проиграл. Не надо так думать. Не надо так думать. Все будет ок. И всегда найдется свой покупатель. Конечно же, есть такие, которые не могут чисто финансово, не могут заказать. Они готовят сами. Но никуда никогда не денутся те люди, которые умеют зарабатывать. Они будут все равно заказывать. Все равно заказывать. Есть такая штука праздник, на который люди прямо откладывают деньги, чтобы хорошо отметить какой-то праздник. Гриль какой фирмы? У меня гриль обычно стандартный Макснелл.
Так, что, огурцы? Так. Не помню. Мытые, да? Тут должны быть мытые. Что-то торт против немножко. Нет, мытые. Туплю немножко, потупливаю. Обычно я сейчас сразу овощи моем, и они стекают, ночь стекают, чтобы не было никакой жидкости. Максмел, гриль Максмел. Есть такая фирма. Я сейчас сделала Светлану модератором. Светлана, большое спасибо за помощь. Так, у меня духовка. Смотрите, какая хачапурочка получается. Смотрите. Так, мне нужно ее убрать. Пусть пока остывает. Вот так я буду 23-го вот все это выпекать. Ой. Поэтому до рок изобилия у меня будет заранее. Я не справлюсь. Как все успеть? Чего забыла? Я в 3 на 50 человек готовила свадьбу. Начинала с закусок, заливного. Тяжело, но справились. Да справимся. Просто надо правильно продумать последовательность работы. Так, все, таймер стоит. Кабачки, перчики, заяц. Выключу, чтобы не сгорело. Шустрая. Так, я правда шустрая. Ну что, поехали, огурцы. Потом будем начинять трубочки с сыром, чесноком. Потом будем делать... Картофель по-деревенски и буду делать цезарь. Все. И все. Опять перчатка порвалась. Перчатки улетают, как не знаю кто. Что входит еще в крабовые палочки? Яйцо. Обязательно яйцо для сливочности. Майонез, чеснок, вкусная соль, которая тоже дает свое дело делает. Так, сколько у нас? 326. Молдавия. 38 жира у нас тоже. Последовательно слышу коллегу. Самое главное, работа и все успеть. Да, самое главное, да. Я помню, у нас, когда я училась в кулинарном техникуме, у нас было же такое предмет, называлось организация труда. Именно организация труда. Как правильно построить свой труд, чтобы все успеть. Мы не стоим, не смотрим на кастрюлю, как она там варится. Мы делаем все, организовываем, и у нас все жарится, парится, мы делаем что-то другое. Запала на ваш канал, могу оторвать. Ну и здорово, значит, вы своя, значит, вы в нашей команде. А если вы в нашей команде, давайте мы с вами выпьем. Вот Вероника пишет, вступайте в закрытую группу. Спасибо большое. Девочки, давайте выпьем. Рецепт на моей страничке, девчонки.
Все есть на моей страничке. Главное ее просто полистать, познакомиться в конце концов. В Инстаграм зайти, полистать страничку обязательно в Инстаграм. В Инстаграме я скоро 6 лет, а в ТикТоке я всего год. Год. Организация своей работы — это действительно очень важно. Так что в Инстаграме больше информации. Зайдите в Инстаграм, полистайте. Там именно фотографии, которые можно увеличить, и посмотреть, как выложены блюда. У меня вообще страничка о банкетах, о фуршетах, не о рецептах, нет. Есть странички, которые действительно занимаются рецептурой, да, показывают. Я крайне редко выкладываю рецепты, как рецепты, потому что, ну, это же нужно снимать, все. Вот прямые эфиры, пожалуйста. Прямые эфиры все показываю, как делаю. Тут и рецепты идут, и все. А кому нужно четко, быстро, чтобы не просматривать весь эфир, это, пожалуйста, в закрытую группу. Там все четко и конкретно, там конкретика. Так, вот думаю, нужно ли мне эту узенькую? Все, погнали. Так, в духовке хачапурка, тут овощи, огурцы заворачиваются. Курица на Цезарь остывает. Ой, я еще сверху дополню генералю кухню, вас слушаю. Я тоже буду сегодня генералить кухню. Да я, в принципе, каждый день ее практически генералю. Заказ отдаю, начинаю, пошла с тряпкой. Потому что лапаю руками, шкафчики вот лазаю. А мне ведь некогда вот этим заниматься, чтобы каждый раз вымыть руки, высушить насухо, открыть шкаф. Мне некогда этим заниматься. Поэтому я лазаю вот так вот, хватаю, а потом начинаю все это тереть. Но главное, чтобы все это не засохло. Я пробрызгиваю, знаете, чем пробрызгиваю? Средство для мытья окон вот этим пробрызгиваю, быстренько все отходит и все протираю. О, молодец, готовите, снимаете, и меня разговаривайте, я когда готовлю, лучше меня не трогать. А вы знаете, я уже привыкла. Я же поначалу тоже мне было очень сложно, а сейчас уже привыкла. Привыкла разговаривать. Так, кто-то у меня там наверху встал. В начинке сыр, чеснок, в начинке крабовый салат, крабовые палочки, чеснок, майонез, яйцо. А сыр с чесноком у нас будет в трубочках. Так, где? Так, только что у вас в фарше? Вот в каком фарше? Задавайте конкретный вопрос, чтобы я могла конкретно ответить. Я, бывает, не понимаю вопрос. Так, девчонки, знаете что? У меня такая радостная новость. Мне приедут в среду мыть окна. Компания, клининговая компания, мыть окна. Все три этажа мне вымоют. Я так рада. Начинку я тру в мелкую терку. Просто тру в терку. Во-первых, быстрее. Во-вторых, получается, что нет вот этих крупных кубиков всяких. Крупных сегментов нет. Да, кто-то у меня там проснулся наверху. Вода бежит. Сейчас придут, мне здесь будут мешаться. Сколько блюд я сегодня готовлю, вы мне сейчас не сосчитать. Это надо сейчас подключать мой мозг, чтобы сосчитать. Так, сколько стоит, девочки, я не знаю, сколько стоит. Представляете? Я узнаю об этом в среду. Мне вымоют окна, дев, за рекламу. Блин, я даже не ожидала, что круто быть блогером. Блин. Я же сама всегда все руками, своими руками лазаю по этим окнам, снимаю шторы. Ну, шторы они стирать не будут, а
вымыть вымыют. За рекламу, представляете? Узнаю, сколько стоит у них окна. Ради любопытства просто узнаю. 3 этажа, это сколько же надо уборки? Так да, вот я и радуюсь. Я радуюсь, как дитя. Дети приехали у меня, да. Дети приехали, вчера приехали, да. Живые. Огурец не потечет, столько часов можно хранить. Смотрите, огурец потечет вот сюда, на салфетку. Конечно, я его переложу на другую эту самую. Сейчас уберу в холодильник. Время сколько? 9 часов. У меня заказ не к вечеру, нет, у меня дневной заказ. Где-то они должны приехать 11:30. Моя полная готовность 11:30. Даже если пораньше закончу, нужно мне еще снять. Слава Богу, а то переживали. За что переживали? Кто за что переживает? Я вот не особо люблю вот эти рулетики из огурца. Вот знаете, я даже, знаете, как сделала бы даже? Огурец на пятачке и вот эту массу из кондитерского мешка. Вот огурец, он действительно такой вот он. А люди заказывают. А, за детей. Ой, как я переживала. Вчера приехали втроем ко мне сюда. Я их всех обняла. Я говорю, чучундры мои, все грязные, господи, все грязные. Какая-то краска на лбу, на щеках какая-то краска, что-то они там красили. А что такое-то? Вот у меня, похоже, супруг проснулся. Поедет сейчас за огурцами. Так, хачапурка у меня в духовке. Ну-ка, глянули на всякий случай. Нет, все нормально. Так, а внуков у вас нет? Внуков у меня еще нет. Я пока не готова к внукам вообще. Когда я была без работы, я хотела внуков. Сейчас я уже не хочу, мне уже некогда. И они, похоже, тоже пока не хотят. Они еще наслаждаются своей жизнью. Царь проснулся, да. Куда дети ездили? Дети ездили в сад. Ходили одни купаться на пруд, где была проведена мною лекция по... Все идет. Так, хачапурку сейчас буду доставать. Опа, запищала. Угу, все, достаю. Вот она, румяненькая получилась. Смотри, какая толстенькая. Но она сейчас опадет. Она опадет. Это с ветчиной и сыром. А вторая просто с сыром. Так, куда мне поставить ее? Блин. Вот это уже опало. Вот это, смотрите, она уже сдулась. Она уже опала. Все, это с сыром. Ой, какие. Какие вкусненькие. Когда выпечка сегодняшняя, она же просто тает. Она же просто тает во рту. Так, это мне... Сейчас я... здесь под картошку. Так, сейчас огурцами доделаю. Огурцы доделаю и быстренько поставлю картошку жарить в духовку по-деревенски. Хачапури сами делаем, да. Да мы все тут, кроме тарталеток, мы делаем все сами. Кроме тарталеток.
Огурцы вот выбираю самые узкие, стараюсь выбирать самые узкие. Все равно получается это вот место дырявится. Сейчас я доложу, чтобы у меня было понятно, сколько у меня останется. Ох, девочки, чую, что наш эфир до конца не дойдет. Знаете почему? Я забыла мужу написать номер телефона той тети, которая огурцы продает. Мне нужно будет выключаться и дать ему номер телефона. Доброе утро. Доброе утро. Чашка. Так, добиваю буквально последнюю. Если бы мне на свадьбу сказали на 50 вот такое блюдо, ни за что бы не взялась. Потому что это очень трудоемкое. Это, вы знаете, блюдо, по которым понапрасну тратить время. Это нет, я бы такое не взяла. Вот, ну что, вот середина дырявая. Ну как вот ее? Выбирала самые узкие огурцы. Так, у нас который час? Мы живем по Москве. У нас время московское. Ну все, все, больше огурцов нет. Сейчас вот заверну вот эти штучки и все. В принципе, ну, ложка останется ребенку на съедение. Он любит такую фигню есть. Все, ложка и остается. Так, сейчас быстренько закину картофель. Андрей, тебе нужна духовка или нет? Нет. Не нужна. Хорошо. Пока духовка горячая. И пусть они пока у меня стекают в холодильнике. Я еще из огурцов, наверное, сделаю салат. Огурцы выкидывать не буду. Изведу эти все жопки. А что вам нравится больше всего, что готовите? Ну, не знаю. В принципе, я готовлю все. В принципе, готовлю все. Так, вот осталась ложка салата у меня для ребенка. Когда я бывает тороплюсь, это получается очень медленно, вот это все, вот это очень медленно все. Отнимает время. Так, все это убираем.
спасибо за помощь в ответах. Так, ну что, картошка по-деревенски. Которая тоже ни одно застолье не обходится без картошки по-деревенски. Пожалуйста, расскажите, напишите про хачапури. Хачапури слоеное тесто, без дрожжевое берем, потому что дрожжевое, оно сладкое. Оно сладкое. В хачапури делали в прямом эфире, делала много. Конечно, все это не успеть просмотреть. На 200 грамм теста нужно брать 200 грамм сыра. Тянущегося, типа сулугуни, моцарелла, который сыр тянется. Тут, видите, нужно технику. Тут не так не рассказать. Я, в принципе, вам все рассказала. Трем в крупную терку. Вот у меня некоторые хачапурки с ветчиной, типа а-ля пицца по вкусовым ощущениям. Так, мужу привет. Два привет и два привета. Закрытая группа очень хорошая, вступает. Девчонки, спасибо большое за подсказки. Девчонки, давайте для новичков. У вас темперамент не для кропотливой работы. У меня темперамент нет. Не для кропотливой работы у меня темперамент. Я ни за что бы не стала бухгалтером. Мне не усидеть на жопе ровно. Мне не усидеть. Муж у вас недоволен? Так что, он только что проснулся, что ему быть доволен-то? От чего? Он доволен, когда у него приходят гости, тогда он доволен. А сейчас просто ходит, есть хочет. Он у него яички деревенские. Ребенок просил: мама, разбуди меня 7:30. Разбуди меня 7:30, я поеду кататься, пока народу нет. Я его разбудила. Спит ведь он, да? Не видел ты его? Нет, не видел. Спит, хорек. Сейчас его Инна за огурцами напрягает. Думаете, могут это ехать? Нет, конечно. Тебе охотится за огурцами ехать, нет? Да. Врет. Мне охота ехать за огурцами. Он хотел вместе со мной ехать. Просто женщина ждет, у нее эти огурцы спрашивают. Она хочет их отдать. Я говорю: нет, давайте никому, мы заберем завтра, все с утра приедем, заберем сами. А у меня заказ, я не могу оторваться. Я не могу оторваться, мне нужно выдать заказ. А человек ждет, а ему одному неохота. У льва выбора нет. Нет, у него нет выбора. Так, ну что, скоро же картошка закончится. Женщина ждет. Так, все. Последний картофель. Сколько сейчас думаю, сколько? Нет, это не буду. Манипуляции проделываю каждый день. Вкусная соль, зеленое масло. Вкусная соль, зеленое масло. Вчера немножко сделала, нарвала укропчику на огороде. У меня еще укроп молодой, как-то плохо растет. Нарвала немножко, сделала себе зеленого масла. Так, сейчас еще добавлю паприки сюда, тоже для цвета. Паприка все-таки дает хороший цвет, понравилась мне. Хотя во вкусной соли есть паприка, но там мало ее. Так, не успеваю читать. Здравствуйте, давно не видела вас.
Или на Белое море. Даже соскучилась. Ну, здорово. Я думаю, что мы все в сентябре соберемся. И Светлана у меня модератор, давно ее не видела. Соберемся, у всех закончится урожай огородный. Все закончится, и мы будем все вместе, всей компанией. Так, сейчас я посыпала сухарной панировкой. И посыпала паприкой. Посыпала вкусной солью, нашей душевной солью и зеленым маслом. Собственно, как обычно, как всегда. И опять лежу на камеру. Вкусно? Ой, это вкусно? Доброе утро. Все, картошечка пошла загорать. Так, что это? Картошка была. Картошку собираем, собираем. Так, набираем воды. Посыпала сухарями, как родные уже. Спасибо большое. Так, посыпала сухарями, посыпала паприкой. Так, теперь у нас трубочки пошли. Зачем сухарями посыпать? Получается, картофель надо, знаете, посыпанная. Мне не объяснить, вкуса не дает никакого. Для, чисто для эстетики. Перчатка вся уже. Так, ну что? Значит, у нас останется цезарь и все, по большому счету, все. Не знаю, сделаю я в прямом эфире или не в прямом, я не знаю. Сейчас вот муж покушает, Лев пока покушает. Кушает медленно, не спеша. Пока сходит на перекур, и нужно будет мне уже ему телефон давать. По количеству людей вот есть вопрос. Значит, смотрите. 4 взрослых и 10 детей. То есть вот такой разнобой. Она говорит, допустим, заказчица, вот трубочек у меня 10, допустим, да? Трубочек 10. Цезарь сделал на 2 тарелках. То есть там дети тоже будут подклевывать, подбегать, тащиться. Хачапурки для детей, чтобы они таскали вот эти вот хачапурки. Она говорит, делайте как на взрослых. В общем, так, непонятное количество человек. Там дети есть и 6-летки, есть и 10-летки. Так, что за начинка? Начинка здесь сыр с чесноком. Да, останется у меня один цезарь. В принципе, цезарь уже делала много раз в прямых эфирах. Сколько времени у нас? 9:30. Ой, ребенок встал. Ой, топот, слышу, топот. А! Затопал. Ты уже с рюкзаком идешь, чучундра. Вот. Уже с рюкзаком идешь. Никис, перекуси. Я не хочу. Выпей стакан воды. Я поеду скоро сейчас с банками. Через сколько поедешь? Ну, через 10 еще. Через 10, через 15. Сейчас я сделаю, закончу тоже эфир и буду отправлять своих. Значит, девчат, ребят, кто новенький? Значит, загляните на мою страничку в Инстаграм. Деревенские яички, хочешь, как у меня? В Инстаграм я 6 лет, около 6 лет занимаюсь этим. Кому интересно, загляните, посмотрите, подпишитесь, увеличивайте фотографии, и, быть может, вы получите какие-то подсказки для своих
для своих столов в будущем. Так, в ТикТок выкладываю минутный видеообзор по готовому застолью. Тоже сейчас все засниму, вернее, выложу, засервирую, все это сниму, выложу в ТикТок с кратким описанием. А в Инстаграм непосредственно мой заказчик, которому я отчитываюсь. Инстаграм – это моя, как сказать, отчетность по блюдам. Так что вам будет это интересно. И кому интересно именно по готовке, пошагово, это, пожалуйста, закрытая группа в Инстаграм. Все ссылочки есть вверху в шапке профиля. Не ржу, просто я разговариваю, он тоже разговаривает. И я, получается, как бы глушит меня. То есть все ссылочки есть в шапке профиля ТикТок. Зайдите в шапку профиля ТикТок, и вы там потыкайте пальчиком, найдете что-нибудь для себя интересное. Печенье ты не поешь? Шашлычки. Да, шашлычки нужно еще жарить. Да, вот они стоят же у меня. Но это будет уже не в прямом эфире. Еще раз говорю, нужно мне отправлять своих. В принципе, в эфиры выхожу часто. Кто старенький, они же всю мою кухню знают. Все, они уже, для них уже, ну, уже не знаю, чем и удивить моих старичков. Не знаю, чем и удивить. А для новеньких, если полистаете ленточку, найдете новое, однозначно найдете для новичков. Да, шашлычки же у меня еще. Так что, ребят, будем прощаться. Будем прощаться. Сейчас все украшу, вот эти трубочки украшу зеленью. И все. Сейчас, Никит, подожди. Еще одна банка переложить-то. Что? Банки по-нормальному положить. Положить, поставить. Все, девчонки, все. Давайте я пока прощаюсь. Потому что без меня, ну никак. Без меня никак. Также вот город Киров, 43-й регион, девочки. Моя страница о банкетах. Цезарь нужно делать. Не могу, вот нужно, вот мне вот и звонить нужно, и отправлять, в общем, девочки, все. Пока прощаюсь. Быть может, знаете, давайте минут через 20. Быть может, я выйду в прямой эфир. Давайте. Хорошо? Через 20 минут присоединяемся, я их отправлю и спокойно с вами поболтаем. Все, давайте.